большой праздник. Сегодня подводят итоги Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Съехались дети со всех субъектов Российской Федерации, в том числе и наши дети. Но прежде чем сюда попасть, в городе Севастополе был отборочный тур. Фестиваль назывался «Поют дети Севастополя», в котором принимали участие три хора 57-й школы и два хора Дома детского творчества и юношества. Но я хочу сказать, что вы же помните все, что мы в Севастополе занимаемся хоровым движением. В музыкальных школах 8 у нас работает 18 хоровых коллективов. И созданный наш большой сводный детский хор, в состав которого входит больше 300 детей, он продолжает работать. И вот сейчас уже с началом учебного года, когда вернулись наши ребята, уже отдохнувшие после летних каникул, мы, конечно же, сейчас начинаем уже репетиции. И наш хор будет продолжать жить и радовать и гостей, и жителей города Севастополя. Человеку. Дети поют произведения и классические, и современные. Это наша культура, это наше сердце. И так здорово, когда исполнение на таком уровне становится доступным большой части наших школьников. Отличное настроение, отличный праздник. Я рад, что он проходит уже на постоянной основе. Я желаю всем участникам, не только из города Севастополя, всего самого хорошего. Дерзайте, успехов. И правительство города Севастополя, и свои коллективы будут, конечно же, поддерживать, чтобы мы были первыми и на следующем фестивале. Для того, чтобы понять, как поет Севастополь, достаточно прийти на любое мероприятие и послушать, как ребята, независимо от возраста, независимо ни от чего, поют гимн Севастополя. И все будет ясно.